Всем привет! С вами Ольга Чернова. Сегодня 2 июля. Сейчас вам хочу показать картину, от которой я просто в шоке. Увидев вот это, я прям воскликнула. Вот вам и мульчирование. Дело в том, что я перед выходным вот здесь пропалывала томаты. И вот сейчас 2 или 3 кучи осталось у меня. Сразу не вынесла на улице. Сейчас ходила, собирала. Подняла кучку травы. И буквально вот за эти 2 дня, смотрите, сколько молодых слизней. Целая колония родилась. Они прям молоденькие такие, есть совсем крошечные. Вот они лежат, толстые, жирные, ждут, как бы что сожрать. Это ужас. Ладно, тут эти черви к ним присоседились, ну пусть бы они сидели. Но столько слизней. Когда мы говорили, рассказывали о мульчировании, вот одним из недостатков люди называли, что некоторые начинают мульчировать, и под этой травой в сырую погоду разводятся слизни. А представьте, что было бы, если бы я вот этот весь ряд замульчировала, и под каждый, ну, под слоем травы везде лежали бы вот такие слизни. Они, наверное, съели бы весь огород. Вот сейчас не знаю, что делать, наверное, придется прям брать, наступать на них и раздавливать, или что. Но их тут очень много. Некоторые, видите, пытаются в дырки спрятаться. И вот теперь жди, что по ночам они будут... А, червяк тоже прячется. Что по ночам они будут вылазить и все пожирать. Придется здесь посыпать слизнеед. Ну, смотрите, что... Я не знаю, под каждой мульчой так или нет. Но это же страшное дело. Они же все съедят у меня. Все, до свидания. Вот вам и мульчирование. Нет, нет. Глядя вот на эти семьи, на эти полчища слизней. Видите, прячутся, прячутся. Так они молодые. Видно, что они только что вывелись вот за эти 2 дня. Тут же была дорожка вот такая же, сухая, хорошая, как вся остальная. Ой-ой-ой, противно. Ладно, до свидания.